В Новогиреево открылся новый торговый центр «Место встречи Киргизия». Вместо устаревшего кинотеатра на востоке Москвы появилось многофункциональное пространство с магазинами, кафе и зонами отдыха. Очень рады, что наконец-то открылась Киргизия. Я думаю, что теперь район Новогиреево получит в свое распоряжение, и жители района получат очень комфортную среду для проведения свободного времени, совершения покупок и проведения досуга. Здесь у нас будет достаточно широкий выбор различного рода активностей. Безусловно, мы столкнулись за это время с рядом крайне непредвиденных и непростых ситуаций. Тем не менее, этот комплекс открылся. Комплекс открылся ровно в том виде, в котором мы его задумывали. Кинотеатр «Киргизия» построили в 1972 году. Он был одним из крупнейших столичных кинотеатров, где проходили Московский кинофестиваль, недели фильмов зарубежных стран и другие профильные мероприятия. Это уже 13-й объект, модернизированный по программе реконструкции советских кинотеатров. До конца года планируется запустить еще несколько районных центров. После реконструкции Киргизия станет самой настоящей точкой притяжения для жителей Новогиреева. Здесь будет все самое необходимое для шопинга и досуга, от магазинов до фитнес-центра. Вы знаете, концептуальная особенность есть у каждого нашего центра. Она заключается в том, что мы стараемся жителям того района, где мы открываемся, дать тот набор услуг и возможности для проведения досуга, который им необходим. Собственно, Киргизия в этом плане такая же уникальная, как и все остальные. В центре оборудованы специальные зоны отдыха. Здесь вы можете поиграть в настольный теннис с друзьями или с детьми. К началу 23 года в Киргизии откроется фуд-холл и зал кинотеатра. Фишкой районного центра станет крыша, где появится открытая терраса для отдыха жителей. Здесь будут проводиться творческие мастерские, сезонные ярмарки, спортивные и развлекательные мероприятия, а еще кинопоказы в теплое время года. Камран Рустамзаде, Егор Ефремов, Строймосру.